Привет, ягодки, конфетки, сладкие мои котяточки. Сегодня у меня мукбанг будет рассольник. Я добавила сметанку, буду есть со сметаной. Немного, правда, я еще добавила черного перчика. Ну, ем я без хлеба, супы. Ну, бывает, конечно, с хлебушком, но сегодня, на этот раз, я захотела без хлеба. Ох, причесон свой вам показать. Я расчесалась. Модная, красивая, веселая. Ох, Любашка, озорница. Ну, все, хватит болтать, буду кушать. Кто кушает вместе со мной, приятного вам аппетита, и мне тоже приятного аппетита. Друзья, кто пришел посмотреть на мой мукбанг, оставайтесь со мной от начала и до конца. И не забудьте поставить пальчик. Если зашел случайный гость, оставайтесь, тоже подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Со мной будет интересно. Ну, по крайней мере, я буду очень стараться, чтобы вы не скучали. Хотела взять водички, ну и, как всегда, поспешила покушать, бежала и забыла взять воды. Время, ох, не поверите, почти что 35 минут 8 вечера. Первый раз села поесть. Почему же я такая пышная, не знаю. Все, приступим к работе. Вкусно, просто и легко готовить этот супчик под названием рассольник. Погода, жара, ужас какая стоит. Даже кушать не тянет. Хотя раньше на меня это не влияло. Чтобы я не поела, не помню такого. А это что со мной произошло? Не знаю. Надеюсь, видно вам. Надеюсь, видно. Что я кушаю и меня. Надо подпростыл, что тоже все хрипит во мне. Где? Вот вопрос. Ты, Любка, простыла. Если на улице жара. Сама удивляюсь, где простыла. Ну, может быть, водичку холодную пью. Вот поэтому и подпростыла. Ну так, слегонца совсем. Сегодня вся в делах, вся в делах. И убралась. И сидел там. Ну, не буду говорить, какие дела я делала. Ну, касаемо работы, моей любимой работы. Хочу сказать, какое сегодня число. Сижу, так задумалась. Бесполезно, не вспомню. Среда. Август. А число не помню. Ох, бывает же. Это вообще, я потерялась. Забываю все. Но скоро моей внучке 21 будет день рождения. Прям вот-вот-вот скоро. Значит, где-то рядышком число-то. Стол трясется и камер тоже. Надо мне поаккуратней рукой дергать. Любота.
Танцую. Пусть мне напишут, надо молча кушать, но не умею. Буду и танцевать вам, и петь, если какие новости вам буду рассказывать. Ну, на этот раз, правда, особо новостей нету. Ну, значит, так просто поговорю с вами ни о чем. А, ну одна новость есть у меня. Милой должен приехать у меня с рейса Тольшки. Жду. Жду ненаглядного. Суп наварила. Буду кормить супчиком его. Вроде налила 1,5 половника. Ну, чуть больше. В районе 2 половников. Ой, уже наелась. Ой, как хорошо. Ну, доем. Буду доедать. Кушать тоже надо. Жарко, не жарко. Роллы очень сильно хочу. Не могу прям. Ой, не могу. Ой. Надо купить роллы. Но вот как их есть, конечно, снимать, будет проблематично для меня. У меня так не снимаючи, не особо получается их есть. Ну, кстати, нужно попробовать как-нибудь купить. Зато смешно будет, как я буду лопать роллы. Ой, фу, ешь потей, работай, мерзни. Потанцуем. Чтобы не растолстеть. А теперь будем есть опять. Друзья, задавайте мне вопросы. Прям не стесняйтесь. У меня хоть... Как? Будет тема, что вам рассказать? Про меня спрашивайте. Хотите, про Ульяшечку спрашивайте. Ну, кому что интересно, спрашивайте. Не стесняйтесь, все расскажу. Я человек, как сказать-то, честный и ничего не скрываю. Хотя порой можно и умолчать, промолчать, ну, я так не умею. Лепота. Конечно, рассольник люблю я с перловочкой, но это что-то решила с рисом сварить. Ну, тоже неплохо. Но больше предпочитаю с перловкой, честно скажу. Ой, что-то как-то жевнуло. Звук такой. Мне же самой смешно. Ну, вам, может быть, и не слышно. Ой, любки. Ох, это любки.
меня муженек так любит есть. Ну, я тоже бывает, когда сильно горячо. А чуть я разогрела, и микроволновки сметанки добавила, такой тепленький стал. Ой, покушали. О, лепота. Как раз время баиньки мне пора. Поела, сейчас пойду тарелочку помою с собой. И бай. Старенькие, они как маленькие. Должны рано баиньки ложиться, чтобы отдохнули, чтобы утром были бодрые, красивые, веселые, счастливые. Ну, шучу, конечно, спать-то я сейчас так не буду рано. Ой, ну все, мои хорошие, спасибо тем, кто был со мной. Смотрел меня от начала до конца, поставил пальчик вверх, не пожалел. Огромное вам спасибо. Ну, как и говорила, и еще раз повторюсь, и много-много раз я буду повторяться. Если случайный гость зашел на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Оставайтесь со мной. Со мной будет весело и интересно. Ну все, мои сладкие, мои любимые. Люблю вас, мои ягодки. До новых встреч. Теперь нужно дотянуться.